Всем привет, на связи Илья Пономаренко, и в этом небольшом видео, ой, что-то в глаз попало, в этом небольшом видео хочу ответить на один из ваших вопросов по книжному бизнесу на Амазоне в Германии. А именно, меня часто спрашивают, точнее говорят, а как же вот мы, например, русские, которые здесь живем в Германии, у нас плохой немецкий язык, там же, наверное, знать язык нужно вот в перфекте, да, это же книжки, там тексты, все. Вот у нас проблема с языком, и значит, нам эта модель не подходит. Друзья, хочу сказать, что это просто одна из многих отговорок у людей, которые боятся что-то стартануть и ищут причины, почему они этого не могут сделать. Хотя успешные люди, все мы знаем, ищут как раз возможности, а не отговорки. Так вот, языковая проблема — это не проблема на самом деле. Есть много разных сервисов, которые позволяют проверять на тексты на грамматику, которые позволяют проверять тексты на ошибки, которые тексты отдают. Вот. Базовый уровень немецкого языка есть у каждого из вас. То есть не надо мне рассказывать, что там вы вообще там с нуля и ничего абсолютно не понимаете. И даже если это и так, даже если действительно вы ничего не понимаете и все с нуля, то есть Google переводчик, с которым великолепно можно общаться, великолепно можно пользоваться и общаться с немецкими фрилансерами, с немцами, и все друг друга будут понимать. Это не проблема, это выдуманная проблема, выдуманная отговорка, чтобы не перенимать ответственность, чтобы не действовать. Поэтому, надеюсь, в этом видео ответил, все понятно, какие именно сервисы, где, что и как искать. Можете обратиться ко мне за личной бесплатной консультацией, и я вам с удовольствием отвечу, помогу, расскажу. Если у вас действительно есть серьезное намерение создать пассивный доход в Германии и заняться книжным бизнесом на Амазоне в Германии, в противном случае я просто не хотел бы тратить ни ваше, ни свое время впустую на пустой трёп. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, которые мотивируют людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он переводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так, он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно
теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!